Привет, мои дорогие зрители, с вами, как всегда, Лия. Вы же, наверное, это поняли. Ну, в общем, я так вам для информации, если вы впервые на моем канале, то обязательно подписывайтесь и нажимайте на лайк. И также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. И вообще, даже если вы подписаны, все равно нажимайте на колокольчик и нажимайте на лайк. Ну, а если вам не приходят оповещения о моих новых роликах, то просто отпишитесь и вновь подпишитесь, нажав на колокольчик. Сегодня видео для тех, кто хочет стать блогером или является блогером. Это видео очень полезное, информативное. Это мой опыт, о котором я вам сегодня поведаю, как же можно заработать на блогинге. Но, как вы знаете, сейчас конкуренция просто огромнейшая. Столько блогеров, просто с ума сойти. Если вернуться примерно на 5 лет назад, тогда еще хотя бы не так было. И миллионам подписчиков никого не удивишь. Вы думаете, что YouTube-блогеры зарабатывают много? Это не совсем так, потому что на самом деле зарабатывают много только те, у кого очень много просмотров. И тогда идет вход поиск рекламодателей, которые будут вам платить деньги за рекламу, но и тут сложности. Потому что так как очень большая конкуренция, поэтому и рекламодатели очень избирательны. И вы можете отправить кучу заявок и ответить на нее согласием очень мало. Я решила найти какой-то сайт, где будут заинтересованы в рекламе у блогеров. То есть это заимствование. Я нашла такой сайт, такую платформу Perfluence. Относилась я сначала скептически к этому, я вообще не знала, что это такое. И уже потом, когда мне начали поступать предложения о рекламе, я уже начала получать деньги, только тогда я поняла, что это все очень удобно. Если вы хотите зарабатывать, то я вам советую эту площадку. Это не реклама, это совет. Я наткнулась на этот сайт сама. И уже потом мне с этого сайта недавно написали и предложили, чтобы я рассказала об этом подробнее. И я, конечно, с радостью это делаю. Здесь очень крупные проекты, которые вы можете прорекламировать. Те проекты, с которыми сотрудничала я, это Storytel, AliExpress, Whelps. Честный отзыв о этой площадке, когда я уже узнала о ней. Sunlight, Достовиста. В принципе, их мало, да, потому что я не так уж увлечена. И за это время я заработала 4000. Если бы я была активна, я бы заработала гораздо больше. Но на самом деле здесь проектов гораздо больше, и они очень известны. Это и Тинькофф, и Мияма, Майбокс, AliExpress тот же сам, Delivery Club, Билайн и так далее. То есть очень крупные названия, конечно, которые вы все слышали. Поэтому, если вы будете это рекламировать, многие заинтересуются. Кроме как с этой платформой, я больше ни с какими не сотрудничаю. Я регистрировалась еще на одной, но там не было вообще никакого актива. Какие для меня плюсы у этой площадки? Когда вы вводите деньги, вы не теряете ничего. То есть никакие проценты у вас не забираются. И это очень мне нравится. То есть если вам сказали, что вы получите именно такую сумму, вы ее и выводите. Удобность использования сайта мне также очень нравится, потому что там все очень понятно. Вид выплат, которые вы можете получать. Допустим, некоторые рекламодатели предлагают вам сразу фиксированную плату. Вам говорят, вы размещаете у себя эту рекламу, и мы вам платим, допустим, 3000 рублей. Но там чаще всего по договоренности. Чаще всего там именно такой вид оплаты. Допустим, вы рекламируете AliExpress и вставляете свою личную ссылку. И сколько людей по этой ссылке зарегистрировались, столько вы с человека и получаете. Допустим, за одного человека 100 рублей. И вот, допустим, перешли 5 человек, зарегистрировались, и вы получили 500 рублей. Но вот в этом есть и минусы, потому что есть такие проекты, где нужно, чтобы человек что-то заказал из еды, что-то скачал, платно. И если у вас подписчиков не так много, и особенно им не интересна эта тема, получите вы с этого очень мало, потому что иногда хочется больше фиксированной оплаты, нежели чем когда ты не знаешь, чего ждать после того, как ты прорекламировал. А особенно, если ты очень сильно старался. Есть рекламодатели, которым все равно, как ты прорекламируешь. Ты уже говоришь своими словами. Есть такие, которые очень скрупулезно относятся к рекламе и к своему бренду. И они просят, чтобы все было вот по полочкам. Мне высылают целый текст, где ты смотришь, как должна выглядеть эта реклама. И вот этот момент, конечно, бывает очень сложным. Но я бы не назвала это минусом, потому что ты таким образом
как бы отрабатываешь свои деньги. Я хочу вам посоветовать, если вы не уверены в том, что через вашу ссылку перейдет человек и что-то приобретет, то лучше соглашайтесь на те проекты, где не нужно ничего покупать, а, допустим, только зарегистрироваться, либо просто зафиксированную оплату. То есть смотрите уже по возможности. Можете рискнуть, вы ничего не теряете, это не так уж и сложно. Сейчас я вам расскажу, как же зарегистрироваться на этом сайте. И на самом деле здесь все очень просто. Где вы больше всего активны? Здесь есть много выбора. Это или Instagram, YouTube, ВКонтакте, TikTok, Telegram, Яндекс.Дзен или Twitch. Но это не предел. Уже когда вы регистрируетесь, вы можете выбрать еще. И это для вас плюс, потому что некоторым рекламодателям интересна социальная сеть, некоторым другая. А уже после того, как вы зарегистрировались и решили добавить еще какой-то аккаунт, вы просто нажимаете «Мои аккаунты» в профайле, «Добавить аккаунт». В описании вы вставляете ссылку того аккаунта, который вы хотите добавить. Потом уже менеджер отвечает вам в моих обращениях, либо подтверждает, либо отказывает вам. Отказ, допустим, у меня последний был из-за того, что ВКонтакте у меня все люди в подписчиках не задерживаются, у меня все люди в друзьях, там им нужны именно подписчики. Ну а сейчас я хочу вам рассказать, как же подать заявку на проект. На самом деле все очень просто. Вы нажимаете вкладку «Все проекты» и подбираете то, что вам больше всего интересно. Вот тип оплаты – это CPA, это значит, что вы готовы сотрудничать по оплате именно не фиксированной, а за каждого пришедшего человека по вашей ссылке, то есть, как я вам рассказывала ранее. И вы подаете заявку, допустим, я выбираю самокат, Instagram, ВКонтакте или TikTok. Оплата за первый заказ нового клиента 200 рублей. И я выбираю, через какую соцсеть я готова им помогать. Выбираю Instagram. И я подаю заявку. А после этого я уже жду ответ. Чаще всего менеджеры пишут мне либо на почту, либо пишут мне в Instagram. Кстати, что мне еще нравится в этой платформе? Дело в том, что не только вы ищете рекламодателя, но и он ищет вас. Часто бывает так, что и мне на почту пишут с этого сайта и говорят, что нашли меня там и заинтересованы в том, чтобы я рекламировала их какой-то товар, их продукцию, либо какой-то сайт. А по поводу вывода денег. Как раз сейчас мне нужно вывести деньги, которые я заработала за месяц. И вот они подсветились белым. Это значит, что эти деньги мне должны через какое-то время перечислить на карту. Это не происходит, конечно, моментально, потому что им тоже нужно это все обработать. Пока вы ждете, когда вам вышли деньги на карту, вы уже можете зарабатывать снова и снова. И вы перестанете ненавидеть рекламу тогда, когда будете на ней зарабатывать. Но советую вам быстрее подключаться к Perfluence и пробовать свои силы. Если у вас есть друзья, которые являются блогерами, либо хотят ими быть, обязательно делитесь этим видео с ними, потому что эта информация безумно полезная. Такое видео получилось, я надеюсь, оно вам понравилось. Обязательно поддержите меня, ставьте лайк. И не забывайте, что все мои социальные сети, все ссылочки на них у меня в описании под этим видео. Спасибо вам большое за просмотр, я вас безумно люблю, целую, обнимаю, и мы увидимся очень скоро в новом видео. Пока!